Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, и я приветствую вас на канале «Мир детских увлечений». Предлагаю подписаться на мой канал, чтобы вы могли первыми видеть видео мастер-классов, которые я для вас готовлю. А сегодня мы с вами будем делать игрушку антистресс. Для этого нам понадобятся 3 шарика, 2 поменьше и 1 большой, ножницы и нитки. Для начала один из маленьких шариков мы скручиваем колбаской и проталкиваем внутрь второго маленького шарика. Таким образом мы выровняли 2 шарика. Теперь берем ножницы и делаем в них отверстие. Делаем отверстия разного размера и формы. Вот такая дырявая форма у нас получилась. Теперь мы берем большой шарик, тоже скручиваем его колбаской и продеваем внутрь маленьких. Совмещаем края шариков и надуваем их. После того, как вы завяжете узелок, у вас получится вот такая интересная игрушка. Обрезаем хвостик, и наша игрушка готова. С такой игрушкой можно играть бесконечно. Если вам понравился этот видеомастер-класс, предлагаю ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Также предлагаю посмотреть и другие мои видео.